В заключение рассмотрим пару библиотек для анализа данных. Вообще для Python написано достаточно большое количество сторонних библиотек, которые позволяют делать научные вычисления, анализировать данные с помощью алгоритмов машинного обучения и визуализировать данные. Мы рассмотрим две базовые библиотеки для такого анализа. Это NumPy и Matplotlib. NumPy позволяет эффективно работать с большими числовыми массивами, а Matplotlib позволяет строить различные виды графиков. Первым делом мы установим эти две библиотеки на компьютер. Для этого используем менеджер conda. И для того, чтобы установить каждую из библиотек, просто пишем conda install numpy, conda install matplotlib в терминале, ну или в командной строке. Соответственно, conda install numpy. В моем случае уже установлено, поэтому все очень быстро работает. В вашем случае это займет некоторое время, потому что библиотеки достаточно большие и загружаться будут не моментально. Теперь у нас все установлено, мы можем использовать эти библиотеки и будем использовать их с использованием IPython Notebook. То есть я открываю IPython Notebook и в интерактивном режиме вам покажу далее несколько примеров использования этих библиотек.